Заседание открыл временно исполняющий обязанности председателя Десногорского городского совета Юрий Диваков. Он предложил проголосовать за повестку дня, главным вопросом которой было избрание председателя городского совета. Но не все присутствующие депутаты были согласны с легитимностью очередного заседания. Считаю, что третья внеочередная сессия Десногорского городского совета 5-го созыва назначена на сегодня, 31 октября 2019 года, на 16:00, созвана незаконно. Однако правомерность сессии была подтверждена исполняющим обязанности председателя. Юрий Диваков сослался на регламент Десногорского городского совета, подтверждающий законность и легитимность собрания. Тем не менее, депутат от партии КПРФ Александр Прокопов выразил протест такому решению и покинул зал заседания. После чего депутаты приступили к рассмотрению повестки дня. Сегодня на сессии избрать нового председателя Десногорского городского совета, ну и даже по... Проведенным тайным голосованием на должность председателя Десногорского городского совета был избран Анатолий Терлецкий, депутат от 8-го округа. Я Терлецкий Анатолий Александрович, вступаю в должность председателя Десногорского городского совета и торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей муниципального образования город Десногорск, Смоленской области. Вопрос заместителей нового председателя Десногорского городского совета будет рассмотрен на ближайшей депутатской сессии. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.